Рецепт на скорую руку для тех, кто любит мойву. Поэтому рецепт мойва получается очень вкусная, без лишнего жира, наиболее полезная. Мальчиков я выпотрошила, девочек нет, так как там есть икра. Сверху укладываю кольца лука, добавляю соль по вкусу, у меня 2 килограмма мойвы, добавляю 2 чайные ложки соли. Несколько листиков лаврового листа, черный перец горошком, черный душистый перец горошком. Все это заливаю водой, воду наливаю, чтобы рыбка скрылась, ставлю на огонь, довожу до кипения и тушу на медленном огне 10 минут. Мойва готова, приятного аппетита!